Всем привет, вы на канале SuperKit. Попал ко мне на тест твердотельный накопитель на 512 гигабайт. Производитель Silicon Power, модель A55. У этой фирмы очень много однотипных SSD. Для конечного потребителя кажется, что они ничем не отличаются друг от друга, кроме цвета наклейки. Раньше по букве S или букве V в названии, а когда-то именно такие буквы были у Silicon в маркировке, можно было узнать толщину. С буквой V шел компьютерный вариант с толщиной 9,5 мм, а с буквой S вариант Slim, толщина составляла 7 мм. Я это знаю, потому что именно от этого производителя был мой первый твердотельник, которым я пользовался. Был у меня еще более первый от Adata, но он меня разочаровал в первый же день покупки, и я его вернул обратно в магазин. Так вот, я еще тогда не понимал, почему нельзя было просто все накопители выпускать толщиной 7 мм и не придумывать кучу маркировок, которые только вводят в заблуждение. А также изначально делать все твердотельники более универсальными за счет толщины. Как будто 7 мм нельзя поставить в комп и нужно только 9,5 мм. По сути, Silicon Power это, конечно, классический китаец. Но есть у этой фирмы и плюсы. Например, их продукты продаются в местных магазинах с реальной гарантией, а не вымышленной, которая прячется за несколько тысяч километров. Также у них есть неплохая поддержка. Это и сайт на нескольких языках, это и фирменное программное обеспечение, которое показывает остаточный ресурс состояния с возможностью сделать тесты-бенчмарки. Это и прошивка. Правда, последний раз выкладывали еще в 2018, и я даже свою модель перепрошивал. Жаль, что у меня тогда не было еще канала, и я это не записывал. На сайте можно увидеть и описание продукции с картинками, при этом категория цены чуть выше минимума. Также можно связаться через сайт с реальной поддержкой. Судя по характеристикам разных моделей, сегодня Silicon Power производит все SSD-шки в металлическом корпусе толщиной 7 мм. Но моделей все равно много. Если углубиться в описание, то можно заметить, что в некоторых моделях, кроме SLC кэша, который имеет не только более долговечный ресурс, а и более высокую скорость работы, есть еще и буфер из DDR памяти. Как раз именно так у модели, которая сейчас и рассматривается. Мой вердикт: я не понимаю, зачем столько однотипных моделей. Почему нельзя просто делать две модели с DRAM кэш-буфером и без него? Как указано на официальном сайте компании дословно, A55 использует также кэш-буфер DRAM для дальнейшего повышения эффективности работы. В целом, такая технология позволяет улучшить выносливость и увеличить срок службы SSD. И здесь вполне резонно узнать ресурс данного устройства. Благо, в описании есть раздел, в котором об этом написано, и я действительно ценю честность у производителей, когда они указывают информацию о ресурсе. Наша модель A55 имеет емкость 512 ГБ. Без проблем находим ее в таблице и видим, что ресурс 250 ТБ. Отличный показатель. И эта модель имеет тот самый буфер из DDR памяти, который должен продлить ресурс работы в сравнении, например, с моделью A56, которая не имеет такого буфера. Но и у модели A56 при этом ресурс также 250 ТБ. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Кроме отличия по наличию или отсутствию DDR кэша и выбору емкости, а у обозреваемой модели емкость доступна от 64 ГБ до 2 ТБ, в разных моделях больше я разницы не увидел. Одинаковый корпус, одинаковая толщина, одинаковый ресурс работы. Подключается SSD, как и обычно. Скажу, что его успели заполнить процентов на 60-70. А чтобы полученная в результате тестов информация была полезной, я даже и не буду его стирать. Тем интереснее будет смотреть, какие скорости будут. С одной стороны, как показал тест Samsung 860 EVO на 1 ТБ пару видео назад, да и не только тот тест, это не должно быть принципиальным фактором. С другой стороны, я всегда не просто тестирую SSD, а заполняю их максимально для выяснения настоящей скорости записи, чтобы понять, что реально от него можно ждать. Ибо какой смысл видеть красивые в кавычках цифры, которые может выдать кэш почти любого твердотельника, даже самого дешевого, если эта скорость заканчивается через 5-10 ГБ беспрерывной записи.
У Silicon Power, как и говорил чуть ранее, есть собственная программа, которая может показать наработанный ресурс и сделать разные тесты скорости. Последняя версия этой программы показывает, что несмотря на все установки ОС, переустановки игр, тестов, было записано 2,5 терабайта. Несмотря на то, что мы видели по ресурсу из таблицы, это 1% ресурса. Но программа показывает, что ресурс работался только на 0,17% из 100. Отмечу также, что 250 терабайт, которые заявлены на сайте в качестве гарантированного трафика, это более чем много. Поэтому уж почем, а по ресурсу я бы точно не переживал. Говорю как бывший владелец устройств от Silicon Power. Кстати, второй твердотельник на 120 гигабайт у меня пробыл около 6 лет, более 5 из которых он использовался в основном компе. А позже был заменен на модель в 240 гигабайт китайского SSD, который я когда-то покупал и в том числе делал на него обзор. Тем более, что полностью никто не будет больше перезаписывать данный накопитель, как и мучить его тестами. Открыв Crystal Disk Info, можно увидеть, что накопитель фактически только-только проходит обкатку. 151 включение и всего 577 часов работы, что в чистом времени всего лишь 24 дня беспрерывной работы. В отличие от фирменной программы Silicon Power, SSD Life, так же как и Crystal Disk Info, не отображает процент износа. В моделях V60 и S60, которые у меня и были в свое время, эти программы показывали сработанный ресурс. Сейчас для этих целей придется пользоваться только фирменной программой. Виктории доступен к изучению великолепный смарт. В HD Tune скорость чтения стабильно выше 400 МБ в секунду, имея максимум, который даже превышает 500 МБ в секунду, и снижаясь ненадолго до 60 МБ в секунду. Видимо, именно здесь записаны мелкие файлы ОС и установленных программ. Тест с Crystal Disk Mark, и уже сразу видно просевшую скорость записи. Если честно, то это странно, так как такую скорость я ожидал после исчерпания кэша. А здесь я его еще не успел начать заполнять. Ведь на участке более быстрой записи файлы по идее не должны храниться, в этом и есть смысл этого участка. Да, кэша как правило мало, но поскольку информация при первой же возможности должна переписываться с кэша на более медленную память, высвобождая кэш, то при любом заполнении твердотельного накопителя начинать работу он должен с высокой скорости записи. Программа для самсунговских SSD подтверждает только что увиденное в Crystal Disk Mark скорости. Это странно. Как и в последних подобных тестах, копирование файлов большого размера будет происходить с моего M2 NVMe Samsung PM981, скорость чтения которого превышает 3000 МБ в секунду. Файлы, которые здесь записаны, имеют емкость более 4 ГБ каждый, и такими файлами забит мой диск полностью. Тем не менее, запись SSD Silicon Power мгновенно начинается со скорости около 60-65 МБ в секунду. Не могу не отметить странное поведение скорости записи. Причем не только при долгом копировании больших файлов, а и в бенчмарках. При этом достаточно низкая скорость наблюдается уже в начале копирования. Тот факт, что SSD записан больше половины, наоборот, оказался положительным в оценке его реальной работы. Вообще, к сожалению, наблюдается не очень хорошая тенденция. За непонятными тестами производителей, за относительно небольшими объемами кэша, скрывается настолько низкая скорость записи, которая ниже, чем даже у ноутбучного винчестера со скоростью вращения диска в 5400 оборотов в минуту. А учитывая, что количество производимых твердотельников растет при падающем количестве производимых винчестеров, то у очень многих, кто считает, что SSD это панацея в решении скорости работы, может сложиться такая ситуация, когда покупка нового устройства для хранения данных увеличит время ожидания при записи файлов. Да, я понимаю, что SSD пока что используются в основном для операционных систем, где и существует максимальная польза от них. Во всяком случае в компьютерах, но тенденция замещения винтов SSD-шниками также более чем очевидна. Сегодняшние ноутбуки очень часто продаются только с твердотельными накопителями, а DVD-приводов в современных ноутах все чаще нет, то есть еще один накопитель не поставить. И естественно единственное устройство для хранения данных будет именно SSD,
И естественно, что использоваться он будет далеко не только под систему. Благо, что пусть и за более высокую стоимость, но пока еще можно купить твердотельный диск и со стабильно высокой скоростью записи. Хотя там тоже не все так просто. Потому что даже у Samsung в моделях Evo, который был на обзоре пару видео назад, заявленная скорость записи стабильно высокая только на моделях с емкостью от 1 терабайта. А у моделей QVO вообще все печально со скоростью записи, которая после исчерпания кэша там также проседает до уровня около 70 мегабайт в секунду. Боюсь, что то, ради чего твердотельные накопители появились, это естественно скорость, в этом нас и подкачают. Единственное оправдание низкой скорости записи после кэша в современных SSD состоит в том, что далеко не все люди записывают большие объемы данных за один раз. Чаще нужна скорость чтения, например, во время подгрузок данных или локаций в играх. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах, и если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!